7 декабря для Святой Екатерининской пустыни в городе Видное особый праздничный день. Множество прихожан спешили посетить храм в день памяти великомученицы Екатерины. В престольный праздник монастырь посетил правящий архиерей митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Его приветствовал первый заместитель главы администрации района Алексей Селезнев. Митрополит Ювеналий возглавил праздничную божественную литургию. Ему сослужили настоятель Свято-Екатерининской обители епископ Видновский Тихон, благочинный церквей Видновского округа протоиерей Михаил Егоров и духовенство Московской епархии. Я вошла, батюшки все улыбаются, всех настроение, несмотря на то, что пост. Вроде бы говорят, что когда пост, надо там грустить или что-то как-то это. А они, наоборот, прям улыбаешься, такие, ну, бодрящие. И прям, ну, то есть они прям рады всему, вот этому празднику, рады всему, что прихожанам, вот, смотрите, сколько прихожан здесь пришлось. Сегодня у них престол здесь. Вот, поэтому вот ездим уже не в первый храм, а вот где престолы. Ощущения какие? Ну, самые, я не знаю, какие вот, как вам сказать, ну, самые яркие такие, вот самые спокойные. Священники обращали молитвы святой великомученице под звуки монастырского хора. Верующие, принимая участие в общей молитве, совершали и свое таинство. Молились, исповедовались, ставили свечи. На душе очень хорошо, прям вот как будто еще причастилась, то есть, вернее, исповедовалась, вот прям вот душу отвела. Благодать, что радость. Это словами не передашь. После посещения монастыря сердца прихожан наполнились особыми чувствами. Здесь такая аура, когда побываешь, у меня мурашки по телу. То есть службы красивые, люди хорошие, то есть... Не знаю, самое все, что есть теплое, святое, это вот здесь. Я аж с другого конца Москвы приехала в этот храм и стараюсь в этот день святой Екатерины быть здесь. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.